Здравствуйте! Новости КРГТУ. 29-30 ноября будет проходить традиционная ежегодная профильная для КРГТУ международная научно-практическая конференция «Горно-металлургический комплекс Казахстана. Проблемы и перспективы инновационного развития». В юбилейном году независимости Республики Казахстан конференция обещает стать особо торжественным событием в научной жизни страны. Здесь выступят ведущие научные школы как Карагандинского государственного технического университета, так и других технических вузов республики, ближнего и дальнего зарубежья. Работа конференции будет проходить в 6 секциях: проблемы экономики, организации управления и подготовки кадров для горно-металлургической отрасли, совершенствование технологии комплексной механизации и автоматизации подземной и открытой добычи полезных ископаемых, маркшейдерия, геомеханика и горно-промышленная геофизика и геология, технология и оборудование металлургического и литейного производства, обогащение полезных ископаемых, проблемы экологии и безопасности в горно-металлургической отрасли. В каждой из этих отраслей ученые КРГТУ предлагают свои разработки и инновационные подходы в решении возникающих проблем. Международная конференция для ученых и студентов – это еще одна возможность представить и увидеть достижения казахстанской науки, подвести итоги многолетнего труда. 6-9 ноября директор Департамента науки КРГТУ профессор Мухамедьяров принял участие в 4-й неделе образования государств-членов ШОС «Образование без границ», которая состоялась в городе Москве, в Руден, в рамках международных общественно-политических мероприятий в год 10-летия образования Шанхайской организации сотрудничества. В данном мероприятии приняли участие 120 руководителей органов управления образованием государств-членов ШОС, представители государств-наблюдателей при ШОС и базовых вузов университетов ШОС. В его рамках проведены пленарные заседания, международная конференция «Университет ШОС как инновационная инфраструктура взаимодействия образовательных систем в многостороннем формате», заседание постоянно действующей экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по сотрудничеству в области образования, принята хартия университетов ШОС и утверждены формы сертификата о присвоении степени магистра университетов ШОС и положение о порядке его выдачи. 15 ноября Институт телекоммуникации, энергетики и автоматики КРГТУ провел научную конференцию по проблемам автоматизации производственных процессов и телефонии, посвященную 20-летию независимости Казахстана. Конференция проведена в рамках Международной недели науки и мира с участием представителей компании DLink Taiwan, мирового лидера по производству сетевого оборудования. 15 ноября президент компании Springer Питер Коберг вручил профессору КРГТУ Ибраеву сертификат, в котором он признан самым цитируемым молодым ученым Казахстана. Вручение сертификатов казахстанским ученым состоялось в рамках церемонии подписания Казахстаном лицензионного соглашения на получение гарантированного доступа к уникальным ресурсам ведущих компаний мира в области научно-технической информации. Эта престижная награда является международным признанием научной школы академика Национальной академии наук Республики Казахстан, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Газалиева Арстана Мауленовича, создавшего новое научное направление в области синтеза биологически активных веществ на стыке тонкого органического синтеза, химии, алкалоидов, фармакологии и квантовой химии. 24 ноября в 15:30 во Дворце студентов состоялась встреча студентов КРГТУ с начальником отдела внутренней политики города Караганды Арангазиным Галымом Арангазиевичем. На встрече присутствовали проректор по воспитательной работе Байжабайгинова, директор ДМП Далабаева, студенты первых курсов университета. Цель встречи – разъяснение реализации послания президента в Карагандинской области. Студенты очень внимательно выслушали докладчика и задавали вопросы про арендное жилье, по оказанию помощи творческой молодежи в нашем городе и многое другое. На вопросы они получили подробные ответы. 23 ноября состоялся городской фестиваль «Жастар Жулдыздары-2011». От университета было подано 23 заявки на участие в фестивале. Первое место заняли номинации «Уличные танцы» группа «Райс» в номинации «Народный танец» Каленова Саягуль. За первое место студенты получили статуэтку и диплом. Второе место в номинации «Фольклорный вокал» занял Исатаев Ганибет. Ему подарили беспроводную модем и благодарственное письмо. Остальным студентам были вручены сертификаты. 17 ноября в Международный день студентов в первом корпусе и в холле Института экономики Жас Орда провели танцевальный флешмоб.
16 ноября 2011 года в 15:10 на площади перед главным корпусом КРГТУ был проведен флешмоб, посвященный 20-летию независимости Республики Казахстан. Цель мероприятия – пропаганда казахстанского патриотизма. Организаторами флешмоба является профсоюз студентов молодежи «Жасарда». Смысл флешмоба заключается в том, что группа студентов, состоящая из 500 человек, создает надпись «Тауэль Сиздеке Джерма Жал». 22 ноября 2011 года студентами первого курса ИАС было организовано мероприятие под названием «День рождения Института архитектуры и строительства». Этот праздник можно назвать уже ежегодным. Эту традицию заложил профактив ИАС 2010 года, и обязательным условием является организация активистов первого курса. Целью мероприятия было объединение группы между собой, выявить лидеров и подарить праздник институту. 21 ноября вечером холл второго этажа первого корпуса студенты украшали шариками и красочными стендами. Явно чувствовался канун праздника. 22 ноября все студенты и преподаватели утром поздравляли друг друга с днем рождения. Все рассматривали стенды и плакаты с поздравлениями. Готов фуршет, украшен зал, но это не все по задумкам организаторов. На первом этаже, пока гости угощались у праздничного стола, крутились видеоролики о работе профбюро ИАС и презентации с поздравлениями. Также студенты приготовили альбом для поздравлений и альбом карикатур преподавателей. Разумеется, карикатуры были все добрые и смешные. На праздник были приглашены директор ИАС Иманов, директор департамента молодежной политики Далабаева, председатель профсоюза студентов КРГТУ Маженов, все студенты и преподаватели кафедр ИАС. В целях профориентационной работы активисты пригласили школы города, среднюю школу номер 5, среднюю школу искусств номер 86. Конечно же, почетными гостями были другие профактивы институтов. Это профбюро транспортно-дорожного института, ИКТС, ИТА, ВТИ, ГИИ, ИМ и Э. Сборная КРГТУ СБМ, которые пришли не с пустыми руками, а с подарками в виде творческих номеров. Нельзя не отметить подарок профбюро ИТА, который показал мини-концертную программу. Всем было очень приятно. Праздник показал, что студенты, окончив наш университет, получат не только качественные знания, но и опыт работы в сфере организации и лидерства. Погромче можно. Я один. Полицейские слышат, горящие голоса!